все разбивать другой стороной ножа, поскольку это безопасно для ваших рук, да? Ну, в смысле, что лезвие вы можете разбивать другой стороной ножа. Держи, разъединяй. Так, руки вы помыли, насколько я помню. Замечательно. Так. Да, все. И смотрите, у нас вот здесь чашка. На, учись. Чашка под отходы. Я стараюсь органику, ага, вот так, ты, значит, все органику в отдельно сортировать. А у нас сегодня 4 июля. Мы готовим овсяное печенье. И сегодня у нас по плану соки. Соки. Что это как? Эта пленочка не разбилась. Но ты просто разрывай ее. Разрывай. Что? Да, она все. Да. Тихо, главное, чтобы сейчас вот это сюда. Ну, еще пленочка. Я умею разбивать яйца. Вы доверили мне это, спасибо. А что у вас вообще, что это, давай, чтобы сюда не попало, отодвину. Что вы вообще дома готовите, ребята, скажите? Давай, рассказывай, я ничего не знаю. Бутерброд. Бутерброд? И все? Мы пробовали яичницу в хлебе, у нас не получилось. Мы все, мы завязали. Завязали, давай, теперь чистите бананы сюда. Бананы. Полностью? Я пойду, да. Руки помою. Да. Я не знаю, я как-то странно открываю банан. Туда. В сцене ты такой высокий, что даже в камеру голова не входит. Так, туда. Отправляй кожуру туда мне. Папа. И второй туда же. Угу. У нас еще сюда, у нас овсяное печенье будет пупыра. Обычно по рецепту идет масло сливочное. И сейчас возьму тебе на. Сахар. Но мы это заменим масло бананом, заменили. И вот здесь у нас сухофрукты, они уже у меня давно размягченные. Положите, какое считаете количество необходимое. Насыпь чуть-чуть. Ну, поднасыпь чуть-чуть. Ну, все. Все, да. Теперь ставим крышечку. Смотрите, иногда, когда, чтобы у нас было четкое попадание, я сначала ставлю эту крышку, да, защелкиваю, а потом ставлю вот это. Так, что делать дальше, вы знаете, одна рука сверху, да, и заводим лодку, и поехали. Ух ты! Что ты заводишь? Не заводите? Ну, собственно, там, смотри, нам нужна... чтобы измельчились сухофрукты. До какой степени хочешь, до какой степени их руки. Бананка с яйцом там уже ранее смешались. Угу. Теперь нам нужно добавлять овсяночку. Давай, раскрываем. Угу. Так. Выглядит вкусно. Выглядит вкусно? Не давай. Знаю. Что там у нас будет по овсянке главный? Mm. Вот так надо, чтобы осталось. Вот так. Стой! Давай, ещё. Николь, давай смешаем, да, чтобы понять. Все, все, все. Да. Все, все, не кричите на меня, не надо. У меня психика сломана. Так, это мы убираем, нам уже сухофрукты не нужны. Сейчас забыстрее. Мне кажется, надо еще овсяночку, да, добавить. Оп, оп, ты знаешь, только внимательно, чтобы нож не задеть. Так, давай косточку. И что, ты так обычно стоишь? Да, я не знаю, что с этим. Ты проглотила косточку? Ну вот, вот это все, туда. Видишь? Я тебя поняла. Можешь просто стоять. Да. Ты просто лицо этой программы. На топор похож. А как ты бутерброды готовишь? Да так же. Ножом. Стоит и рядом с ним кто-нибудь еще готовит. Ну, сейчас тебе доверим самое важное. Будешь у нас делать черешни высок. Потеряю. Стой. Ну все, ты просто стоишь, окей? Еще надо, да? Мне кажется, еще, да. Вот так. Угу.
Да, давай еще это смешиваем еще разочек. И потом, вот смотрите, самое важное, тебе черешневый сок. И вот видишь, тут такие вот есть разметочка. Вот, всё, это мы там доели. Кругляшочки лежат. Да, кругляшочки, вот эти кругляшочки. Мы сейчас берешь ложку и вот одна ложка на каждый кругляшок капаешь. Как будто у тебя получились равномерные такие. Ну, столовая вообще ложка. Вообще не тому. Ну, значит, у нас будет художественное печенье. Художественная рулетка. Если что, я вообще не понимаю, что я тут делаю. Все, ты понимаешь. Печеньки готовим. Готовим печеньки. За тебя поняли. Не переживай. Смотри. Все очень просто. Вот у нас уже достаточно такая, да? Угу. Так, села? Молодец. Нормально. Не сложно? Чтобы они сильно тонкие, чтобы не сухие были. Да. Какие-нибудь давай. Вот такие. Вот. А лезвие можно достать оттуда? Лезвие, конечно, да, Танюш. Ты абсолютно права. Чтобы нам... Нет. Вот только это неверно. Этот скребочек, он может порезаться, да, испортим его. И так как у нас ребенок, я всегда сразу одеваю чехол. Вот, если у тебя чуть-чуть неровно будет, то все. Только ты... Печеньки ты пробовать не будешь. На месте вот этот ребенок. Какие-то большие печеньки уже делают. Ну как у человека такие печеньки, извините. У меня не будут поэтому. Не соединяй их. Я не соединяю, вы видите, там расстояние есть. Оп. Тут как бы работа ювелира. Так, да. Давайте Арсений вот это важное дело. Арсений не будет это делать. А мы приступим к другой нашей важной части, черешне. Да? Николь, ты у нас как главный начинатор. Вот так. Главный начинатор. А вот, давай делай быстрее, что ты тут свинь. Ты видишь, у меня из-за тебя банан какой-то получился. Вы такое наверняка уже делали, да? Нет. Нет? А вы, у вас есть турбо-джуз, но вы не пробовали, да? Нет у нас. Нету турбо-джуса? Нет. Не начали. Кладем черешню без хвостиков. Вот сюда. Угу. А хвостики, вон, Людочка, попадай, пожалуйста. Вот сюда, да. Давай, мы всем поможем тебе, да? А, всю черешню? Ну, просто поможем тебе. Так я же как бы начну так. Ну. Все. Ну ты начала. Все, а мы помогаторы. А мы помогаторы. Все, главный помогатор. Да, вот. Ты дедус. Все, смотри, дедус. Держи вот эту штуку. Угу. И это? Только да. Смотри, чуть-чуть, чтобы да. не брызнуло. Ну, не так, конечно, далеко. Давай, иди в фартук. Вот, держи фартук. Держи фартук. Да-да-да. Понял? Морачи. Кто тут главный, да? Не, ну я считаю, это все. Вообще, это моя кухня, а я не знаю, что вы делаете. Мы смотрим за тобой. Да, и учимся у тебя. Да, и прием черешню на пол чуть-чуть еще. Вот это квадратное будет. Короче, ладно, все, вот так что-то нам сделалось. И опускай и продавливай. Надо прокручивать тебя. Прокручивай, все правильно. Смелей. Как прыгнет сейчас? И все затаили дыхание. Что-то брызнет. По-моему, там что-то сломалось. Не-не-не. Черешня такая. Просто чижит, нет? Или там? Ну, там кости, да. Ну, вот кости сломались. Дави. Да-да-да. По-моему, нам надо было поменяться. Тебе так не кажется? Нет. Мне нравится. Что-то трудно? А, нет, нормально. По-моему, нет. Да? Мне что кажется. А самое прикольное, косточки мы эти можем потом куда? Компот. Покажи, что там получилось. Что там? Покажи. Сейчас его еще хвалить, мы будем за мои эти. Давай, можно еще добавить. Давайте, добавляйте. Еще чуть-чуть. Ну, я эти сполосну. Она полетела. Куда полетела? На руку полетела. Кровь. Mm-hmm.
Они должны быть плоскими или какими? Ну, такими, не сильно тонкими. Да. Знаток. Я занимался этим несколько минут, как бы. У меня опыт работы есть, все, можно идти работать. Ну, допустим, ну, как там? Формовщиком печенья. Вот так там. Давай еще. Давай, давай. Мы все хотим черешнялого сока. А Костя может вытащить или нет? Пусть там... Да, а мы... что, сейчас мы... Компот сделаем. Чуть-чуть еще добавим. Оно, когда вдруг получаются косточки, и вот здесь ребрышки вот на... Оно, получается, друг от друга трутся и быстрее выдавливается. Так, а я сейчас компотик. Ну, просто не удалось, а просто вы здесь капываете себе. Ну, здесь тоже можно. Давай вот сюда. А, ты еще, вы еще решили? Давайте еще. Я еще решила. Я не решаю, не решал. Освобождаем, да? Давай вот сюда освобождим. Захотелось, да, это делать. У нас получился чистый сок. С мякотью, да. А вот если делать, смотри, если, например, цитрусовый, то оно четко на кувшин встало. Да, и все. И да, и можно это основание, например, если занять апельсин, да, этим другим соком. А будем сюда же пробовать апельсин добавлять? Да, добавим. А, пополам. Ну, пополам. Пополам, да. Можно доверить? Да. Он же бутерброды делает. А? Он же бутерброды делает. Ну, то как ты посмели за колбасой, это, конечно, я включаю духовку. Ну, давайте пробовать, что ли. Ой, здесь ничего неправильно. А сюда, да? А то сейчас сделаю еще что-то не то опять. Арсений. Опять? Ну, как так, Арсений? Сколько можно уже, а? Иди сюда, иди ко мне. Ну, там уже сейчас шкурка туда выдавится. Ну пусть выдавливается. Тоже с мякотью. Вкусненько будет. Немного с горечью. Натурально зато. О, отлично. Слышь, какая сухая. Пойдем посмотрим, что там ребята уже наготовили. А сколько времени уже? Мне просто интересно. 15:30. 15:30. Смотрите, как мы шустро, да? Ну да. Получилось. Мы приехали, шустро. Мы сразу. Минут 20, наверное, вот это. Мы 20, да, всего лишь это, работаем. У нас как быстро с печеньками пошло дело. И это все потому что. Я работаю. Да. Я здесь просто шутка. Смотрите, апельсиновые корки. Можно сюда же. Это сюда же пойдет, мы завариваем, и у нас будет работик. Ты с крабочком. Да, там чух-чух-чух. Я... Замечательно. Водичка готова. Я главное. Водичка готова. О, Николь, смотри, как она переходит. Смотри. Сок раздвигается. Красота. Какой? Красота. Смотри. Красота, почему мят... ты что-то сделал? Мятка, мы вот сюда можем сделать или сюда. Она вряд ли не делает. Смотри, он внутри, что я даже первый раз для меня открытие. Она... Интересно, так встанет? По сути, да, так. Кстати, да. Можно использовать... Mm-hmm. Сколько, кстати, у нас миллилитров получилось? Сейчас скажем. Один апельсин, ну и черешню. Сколько мы туда положили? 300-400 грамм? Mm-hmm. 300. 300. Больше 360. 360, это... Ну, это норм. Ну как, это два стакана, нам еще надо. У нас же здесь больше. Да? Да, а, да, да. А, у нас есть еще арбуз, мы можем с арбуза сделать сок. Опа. Опа. Интересно? А с редиски получится? С редиски у нас другое дело. Будем с арбуза делать сок? Да, конечно, когда. Все, тогда сейчас мы печеньки отправляются в духовку, давай, чтобы давай у нас отлично. Место освободилось. Ой, все, молодцы, красиво там. Поздравляем тебя. Мне поручили. Так. Как? Ну, я на себя, ну, а вот себя. А я знаю. Дай. Так. Тебе нельзя доверить. Ну, ладно. Все. Это конец. У нас все пошло по... Ничего-ничего. Ничего-ничего, совсем не бывает, да? Спиралька пошла. Оп, отлично. Вообще отлично. Вот туда. Сейчас я вот это вот подрежу чуть-чуть. Тот сок, который у нас получился...
Мы сейчас высвобождаем по стаканам. Разливайте. Наливайте так, как хотите. Снякать. Все, разлили? Да. Оставили до... Настаиваться. Настаиваться. Хорошо, что это полотно. Вырезайте кубиками или кружочками, как хотите. Давай, кубиками я не умею, давай, режь. Пальцы-то. Спокойно, женщина, у меня вообще стаж. Так. А, кстати, можно же этой круглой такой ложкой вот... Мякоть это? Вкусно уже. Да. Для мороженого? А можно же ложкой для мороженого? Нам не обязательно ровный кусочек, да. Как отрежется, так и отрежется. У нас вообще должно все идеально. Сюда нам надо будет сейчас складывать. То же самое, что мы делали с черешней. Дешево. Все. Я думаю, вот это нам не надо давить. Да, этого, конечно, не надо. Этого нам сюда отправляем. Так, можно я у вас один стащу? Давайте кусочек. Давай. А вы пока занимаетесь дальше разрезательством, мы попробуем дадим Фиде. Можете косточки не вытаскивать, да, они конечно. Все равно там станут. Занимайтесь только разрезательством. Давай. Да? Ложку острую. Чёрт, мы с ней пьём вот этот цвет. Офигеть. А есть ещё другой ножичек? Давай, без пойди отпаха. Сюда, порежем. Да не надо резать, смотри, как будет цвет. Нормально. Там уже полная, думаю, что не нравится. Вытащи, пожалуйста. Так, что, куда? Куда ты еще? А? Она уже полная. А что, все? Да ладно, еще? Хотите, делать еще? Ну вот, еще у вас кусочки. Да, все. Это ты еще. Только не забывайте, что я вам это все самим... Все, вот, давайте. Так и нормально. Так, да. Я как раз воду специально дома забыл. Знал. Ой. Точно, мы же тогда арбуз-то выдавливали это. Сука, выжимал. Помнишь, мы такие прямоугольные? Да. Так, давайте. Планировали бизнес на этом сделать. Я говорю, может, хватит? Сейчас я не, вы выпьете все. Мы? Может, хватит. Слушай, я вот это все выпью, но не смогу выпить как бы. Ну, там на один стакан, но только на два. Я думаю, вот хватит. Да, разливаем, давайте. Разливаем? А хотите, пойдемте к нам. Может, хватит. Ложечку мяку не сыпну. С этого ее. Все, да, вы решили остановиться на сосу. Ну, да. Нормально? Давай, редиску. Ну и огурец. Огурец. То же самое надо будет делать аккуратно. А зачем мы редиску делаем? Да. Ну-ка, что ты там с ней делаешь? Кручу, верчу, запутать вот. Хочу. А зачем редиска? Салатик, Николь. Зачем? Мы только что арбуз порезали. Салатик. Арбуз с редиской? Сначала редиску, потом арбуз. Потом огурец. Вот это интересно, ну-ка дай ее тут постричь. Смотрите, вот она вот так вот режется. Блин, какая палочка такая. Я надеюсь, я правильно все делаю, а то сейчас придет еще. Арсений, надо было в другую сторону крутить. А, нет, там лезвие в эту сторону. Теперь то же самое с огурцом, только огурец разрежьте пополам, чтобы он был удобен тебе. Потому что длинный будет высоко. А зачем нам огурец редиску? Вот такой салат, смотри, такой. Когда-нибудь видела? Вот такую редиску. Длинная редиска. Смотри, какая редиска получилась. Бас. Забавно. Ты прям мастер.
Так, а тебе вот сюда. Угу. Покрутил, мастер вообще. А, все. Все, мастерство-то закончилось, а? Это длинный огурец теперь будет. Вау! Знаете, мы соломкой не были. Как мы без этого жили? Да. Я не понимаю. Ну, где домой такое купить 100%? Вообще. Огурцы длинные-то делать надо. Это полезно. О, я помню, как делать морковку в корейском. А, да, кстати. А потом просто так, чик-чик, все. Мастер. Чуть весь без тренировки. Я не хочу. Мне кажется, это нужно куда-то убрать, потому что оно сейчас все просто. Это нужно куда-то, мне кажется, убрать. Ладно. Я вот сюда положу. Все, все, успокойся, подожди, там много всего, достань. Что? Вора, мать. Все? Нет. Подожди. Кто-то не ест. Зачем ты эту мяку туда? Это как это не мякоть, это он порезался и застрял. Так это редиской, наверное, пахнет. А зачем тут все? А еще? А, ну давай еще огурец. У нас несколько людей как бы. Тут на меня еле хватит. Так, она неровно стала. Ай-я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 й. Вытаскиваем, в органическое бросаем. Как вкусненько. Пахнет вкусно. Они мягкие. Я руки помыл только что, так что не переживайте. Так, а ножичек Арсений надо помыть. Сейчас, тренируйся. Под них еще тарелочка. Супер, делайте дальше. Компот же будем делать. В общем, мы поставили еще кипятить воду. Залить это. Да, верно? Вероник. Представляете, если это будет еще, например, морковка. Да. Погорит. Там червь может потеряться. Червь? А можно, если сбрызнуть, например, лимоном или апельсиновым соком, и все будет такой вкусный салат. Прикольная терка. Достань лимон. Вообще классно. Нет, нарезать. Да чё ж ты таким ножом-то режешь? А давай этим безопасный. Ножом. Безопасным. Ну ладно. У меня скула свело. От чего? От лимона. Так, у нас ещё кипяток поспел. Чё? На. На. Сюда можно больше лимончика? Да. Давай быстрее, сын. Давай понежнее просто. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Не дает мамка, да? Сама скажи, печенье наделала себе. Мне ничего не дает. Сейчас мне печенье попробую. Есть куда выложить? А? Чтобы убрать горячий. Да. А что вы можно вот так вот? Ну, давайте спрыснем. Стой! Не все, так. Вероника. Вероника. Смартфончик. А все, открой крышечку, я брошу. Что за блин твой? Да? Да, компотик. Маринуется. Смотрите, пожалуйста, не мешайте нам готовить. Тихо, я оператор. Так? Ты не перебирай, все, да не вообще. Ты как бы перемешай, потом подумай. Хорошо, подумай. Ну там уже внизу какой-то сок, так что я думаю нормально. Да не, нормально. А то будет слишком кисло. Еще креветок туда. Да, это такой будет морской. Нет. Да, это такой салат есть. Да. Можно добавить чуть-чуть морепродуктов. Каких-нибудь, может быть, листья, там, кунжут, не листья, семечки, чуть-чуть кунжута, совсем чуть-чуть. И вот он салат. Угу.
Так оно и было. Там еще, правда, добавляют острый перец. Мясо, маленько. Ну, это детям учить. Да, все, нормально. Цезарь получится нормально. Так, а этот что, ну куда? А это мы выпиваем. Ну ладно. Вы же уже сами мастера. Я могу спокойненько посидеть, вы все умеете. Так, все порядок. Я думаю, арбуз можно... Давайте на следующий мастер-класс что-нибудь запланируем. Что бы ты хотел еще поделать? Я? Если честно, вообще без разницы. Но ты качение овсяное в первый раз делал? Делал, да. Пробовал. Нет, не в первый раз. Домашнее. Домашние. Я, кстати, не попробовала. Можно? Мы попробовать? Сейчас еще не пробовали, да. Подожди. Видочка. Все, жду. Бросай жду. Посуду. Я хочу... скажи, ты готовила когда-нибудь овсяное печенье? Николь. Да, это первое печенье в твоей жизни овсяное, да? Да. Тебе как оно? Я еще не попробовала же. Нет, ну тебе трудно было? Особенно сок с этой, чего это, черешни. Но дома должно получиться вкусно. Только я не знаю насчет изюма, но... Все, пробуем? Ну да. Можно завтрак, обед и ужин. Все, отлично. Да, ты еще... нам нужно Лехе сок купить, да? Ты будешь выпить? Ну давай. Ну, пополам там, с тобой. А Сеня, там все так, стаканы? Так. Вот еще давай. Чуть-чуть самую. Давай, капельку самую. Маленькой самой помощницы. Ну, в общем, за жару. Да, да давай. Легко. Уже переносилась. Переносилась. Без тебя никак. Вышел, ну ладно, мы потом... Да, ему принесем туда. Давай. За это. Чтоб мозг не плавился. У кого черешня? У меня. Ну и как? Необычный такой, слушай. Необычный? Нет. А, арбуз более-менее обычный. Мне нравится больше арбуз. Хотя я еще не пробовала черешню, но мне больше нравится арбуз. Кисловатый арбуз. Держи его. Держи тебе. А мы пополам. Пополам? Кисловатый, в смысле? Черешня. Апельсина много будет? Ну у нас еще есть. Кисло. Давайте печенье. Ну его пить, наверное, лучше, когда он охладится. Давайте. Салат так, на потом. Ну, мягкие. На вид, как будто бы они хрустящие. Очень мюсли какие-то просто. Ну, кстати, вкусные. Ну, можно изюм убрать и заменить чем-нибудь. Можно. Этим шоколад какой-нибудь. Очень кисло. Ну, что плохо. Много лимона получилось. Вкус странный. Туда надо морковь. Надо морковь, еще много всего. Мясо, сухарики, соус. Какой длинный салат.